Добрый день! Мы находимся в Старицком районе Тверской области. И сегодня я расскажу вам об одном из способов мониторинга проволочника. За моей спиной находится участок, на котором мы закапывали паушки на проволочника. Паушка состояла из нескольких частей. Это вот такой вот мешочек, в который помещались смесь зерен ячменя и пшеницы. Мешочек помещался в контейнер пластиковый, который заполнялся вермикулитом и в котором проделывалось равномерно 25 отверстий. За сутки до того, как закопать ловушки, каждый из контейнеров погружался в воду для того, чтобы зерна ячменя и пшеницы набрали влагу. Вермикулит нужен для того, чтобы сохранять эту влагу внутри контейнера. После этого контейнеры закапывались на глубину 20 см и находились под землей в течение 2 недель. И сегодня пришел день, когда нам пора выкопать эти контейнеры. Вот такой способ учета проволочника. Если кому-то он интересен, можете попробовать на своих полях. Всего вам хорошего!